هون إز بولشي بوكليتكي بومبيل признан самым маленьким в мире. Его высота в холке всего 56.7 сантиметра, сообщает НТВ. Фермер Патрик и Катаржина Зеленский переварили двухмесячного бомбелья в 2014 году. Он был обычного размера, но в какой-то момент перестал расти. Бомбель, кон, порода полуза, которая была введена американскими индюазами путем селекции лошадей, прибывающих на континент европейцев. Обычно такие животные вырастают до 160 сантиметров в холке. Бомбель живет на ферме недалеко от города Лодзи и каждый месяц посещает детскую больницу, где проводят время с пациентами. Владелец бомбелья говорит, что он маленький кон с большим сердцем.